Всем привет! Сегодня пришла очередная посылочка с Китая. Давайте вскроем, посмотрим, что там внутри находится. Я уже примерно догадываюсь, что там находится. Но все-таки для меня это сюрприз, не знаю, как для вас. Вот тут у нас вот такая вот штука. И здесь у нас 4D наушники, которые заказал. Китая, недорогие, но, наверное, хорошие. Сейчас посмотрим, стоит ли вообще их было брать. Так, все упаковано неплохо. Значит, шнур такой приятный на ощупь, мягенький такой. Слушайте, ну прям, блин, мне уже нравится. Тут колпачок, то есть у нас закрыто вот прям. Значит, золотые контакты. Видим, с позолотой. То есть вот эти наушники, я так бы не знал бы, сколько они стоят. Наверное, задорого бы их. Выглядит очень дорого. Шнур такой приятный. Так. Значит, у нас тут переключатель. Есть громкость. Включить, выключить, наверное. Ну, так вот, я думаю. Значит, наушники. Чем фишка этих наушников? Они у нас двухполосные. То есть тут низкочастотные есть. Динамик и высокочастотный. Но я так вот предполагаю. В принципе, да, тут видно. Просвечивается. Не знаю, вам видно, не видно. В общем, это звук смешивается. Это все равно, что как колонки двухполосные. Вот есть однополосные широкополосные динамики, а тут двухполосные. То есть. Давайте попробуем, что тут разглагольствовать. Еще давайте, кстати, посмотрим, что тут еще у нас. Скорее всего, тут амбушюры, да, амбушюры. Для тех, у кого уши нестандартные. И еще такое крепление, как прищепочка, чтобы у нас где-то зафиксировать их на одежде. Так, ну вот так вот. Есть с чем сравнивать. Мы сейчас, кстати, сравним. Значит, у меня есть тут наушники, значит, от Xiaomi. Ну, обычные наушники, которые, кстати, стоят, наверное, раза в 2 или 3 дороже, чем вот эти наушники. Ссылочки на наушники будут в описании, как всегда, под видео. Ну и давайте, значит, возьмем наш смартфон. Да, небольшой минус, конечно, у этих наушников есть, что тут лапша, тут круглый кабель. Но, так, видим, что здесь вот я сайт открыл, как это все дело выглядит, в уши вставляется. В общем, стоит копеечки, в принципе. Вот $3.93. То есть, соответственно, они уже упакованы вместе с этой вот, получается-то. Это вообще шикарно. Шикарное предложение. Давайте послушаем все-таки, что тут, как внутри будет играть. Я что-то отвлекся. И вообще, стоит ли оно того? Так. Давайте попробуем воткнуть. Все равно вы, конечно, будете мне на слово, наверное, верить. Ну, я сейчас своих зрителей. Так, давайте в ухо вставим. В уши. Ну, хотя бы можно в ухо, наверное. Так, где лево, где право. Написано у нас, значит, R и L. Все нормально. Так, ну вот я вставляю в уши. И у меня, походу, уши не совсем стандартные. А нет, нормально все вошло. Так. Значит. Сейчас надо найти музыку нам подходящую. Да, давайте. Любая попавшаяся первая музыка, какая попадет. Значит. Слушать мы будем на смартфоне Xiaomi. Сейчас, кстати, я себя... Изоляция от внешнего мира у этих наушников хорошая. Так что я могу, наверное, громко разговаривать. Так, я не знаю, что даже тут послушать. Так. И. Я ничего не слышу, потому что у меня тут, скорее всего, выключено. Так, ну, ребята, сразу скажу, вот эти наушники, наверное,
по звуку, наверное, ну раз, наверное, в 20 вот лучше, чем вот эти стандартные. То есть я услышал тут прям басы, слышу прям такие высокие, слышу прям. Ну слушайте, это прям вот, я не знаю, это, наверное, хит будет, хит. То есть по звуку это вот лучшие наушники вообще, которые я слышал, ну такого компактного размера. Они звучат вот как реально, как большие наушники, такие, ну, хорошие, скажем так. То есть звук такой приятный, очень приятный звук. Давайте я сейчас, в принципе, к камере давайте подведу даже. Вот. То есть еще у меня тут... Сейчас я посмотрю. Так, надо что-то по это, поритмичнее. Я даже их, кстати, на полную громкость сделал. Так, давайте. Так. Так, так, так. Надо было, конечно, подготовиться к этому делу. Я тут что-то половину музыку так киданул просто. Так. Так, вот. Вы уже слышите, кстати? Вот, смотрите. Так, смотрим. И вот эти вот Xiaomi обычные наушники. Включаем эту же песню. Ну, они, то есть, они, во-первых, и тише. Во-первых, и тут таких низов нету. Я их просто не слышал здесь. Вот, если честно сказать. Ну, как бы... Ну, те наушники лучше. Вот эти тоже неплохие, скажем так. Но вот эти, да, раз 10-то точно, да, ребята. Значит, ссылочка будет в описании под этим видео. Рекомендую эти наушнички. Интересные, интересные они. Там их несколько цветов. В общем, всем удачи. Не забываем подписаться на канал. Будет еще много тестов, интересных товаров. Всем пока!